Здравствуйте, мистер Фредди Скворлд Нуар. Я ни хрена не помню. Ну ладно, я помню, на чем мы закончили, я помню, что происходило, но вам я не скажу. Сами разберетесь как-нибудь. Скажем так, в прошлый раз впервые пришли в... Ладно, я постараюсь назвать его именно незримым университетом. И я должен сказать, что есть очень красиво, и вроде бы это луна, и это круто. Как раз последний раз стримили игру с этим самым, как он называется-то, блин. Ну, там как раз луна была сломана, было забавно. И я сказал, что не знаю, когда будет стрим, но смешно... Ой, стрим, господи, запись, то есть Discord Noir. Но было смешно. Взяли и якобы заложили бомбу в РГГУ. Но ни хрена, разумеется, и не только в РГГУ. Никита сказал, что в 50 местах, а может и больше... Конечно же, наверняка очень много очень важной работы людской в этом смысле в Москве и Московской области было прервано, но зато какая-то другая, менее важная работа, вроде бы как в общем человеческом смысле, но важная вот в нашем с вами смысле, тем не менее будет продолжена, а именно данная конкретная игра, например. Офигеть работа, правда? Еще на одном из стримов я сделал потише звук микрофона своего... Я, блин, не уверен, как теперь будет меня слышно на записи. Наверняка... Вот я уже прям вижу, что тише, но, блин, я не знаю, честно говоря, оставлять так или нет. Пока попробуем оставить, по крайней мере. Так-са. Я... О, точно, прочный шкафчик. Кажется, я его еще не осматривал. У студентов были свои собственные шкафчики, чтобы хранить в них свое имущество. Этот крепкий ящик, казалось бы, лучше, чем остальные... Лучше. Единственной интересной вещью, которую я обнаружил в шкафчике, были книги. И все? Но... Да твою ж... Ну ладно, здесь... Йо, еще есть неустойчивый. В отличие от других ящиков, этот, казалось, парил в нескольких дюймах от земли. Возможно, это одна из студентских шуток, которая еще не износилась. Да, кстати, ведь в этом мире... Здесь учатся только мужчины. Ведь женщины в этом мире ведьмы. Что касается содержимого ящика, то чем меньше о нем сказано, тем лучше. Мне нужен другой ящик, ясно. Ящик с отвратительным ароматом? Да, ну я понимаю, это все-таки более дикое общество, да и наше общество довольно дикое. Я все периодически не устаю поражаться. Иногда думаю, что прям все зашибись, а потом, ой, господи, что настолько плохо? Это я про это. Ну, про это самое. Как это одним словом сказать? Ладно, не хочу. Не буду. Короче, притеснение. Да. Даже будучи человеком, я мог различить какой-то неприятный запах, исходящий из этого ящика. Блин. Приняв во внимание запах запертого ящика, я был счастлив, что он закрыт. А прочный ящик... Этот ящик казался прочным, хотя и немного побитым. Я обыскал ящик, но не нашел ничего достойного глубоких раздумий. Да, я понимаю, это зачастую основная проблема. Вечно все не заслуживает глубоких раздумий. Проблема в том, что я все равно не знаю, что... Странная игра. Когда я не играю в нее какое-то время, мне кажется, что в ней нет ничего особенного. Потом я запускаю ее, вижу Льютона, вижу окружение, слышу музыку, вижу дождь, бьет молния с небес, и я не хочу ее выключать. О-оу. Я попробовал провести мелом на доске, но так и не смог ничего написать. Мел не оставлял на доске никаких видимых следов. Да твою ж, ну... Так, секундочку. Эрата, храм, Вальхали. Черт.
Я стер с доски великую Нефу и вписал вместо нее Эль-Кали. Во, получилось. Теперь мне оставалось только ждать, пока кто-нибудь не попадется в эту ловушку. Отлично. Я расставил вам ловушку, поняли? Я вообще-то собирался это сделать как-то иначе, но, видимо, это делается именно так. Думал, что можно это как-то у них в вещах как-то это изменить, но похоже, что в вещах только можно уже книжку забрать. Фоумс мне нафиг не сдалась. Еще я вроде бы думаю, то есть знаю, вроде бы знаю, что можно поговорить с Мэнкином. Пожалуйста. Лютон. Ты. What? Шо? Is my tie not done up straight? Я не так галстук завязал. У меня на носу какое-то пятно. Слышал, ты умер. Возможно. Дай мне что-нибудь покрепче. Как насчет виски? А не хочешь что-нибудь к нему? Да, поставь сюда еще одно виски. Будешь так пить, это убьет тебя. А я уже мертв. Ты вернулся сюда, чтобы выпить? Мне еще нравится, что... Ой, что-то мне такое настроение хорошее. Я, наверное, кофе перепил. Или так давно не веселился, не знаю. Наверное, давно в эту игру не играл. Как идут дела? Плохо. Сапфиры несколько дней нет. Я не думаю, что она вернется. И, наверное, ты прав. Это легкое болтание, прежде чем ты начнешь допрашивать. Да, возможно. Надеюсь, ты знаешь, что... Короче... Это тот человек, который знает всякую ерунду о всяких других людях. Так, Манди, повешен, убит, убийство Редина, убийство... Блин. А у меня есть какая-нибудь пометка типа «другие убийства»? Потому что... Да, другие... Я, наверное, помнил, это, наверное, была не догадка. Так, преподаватель, торговец и Снейп. В смысле, как профессор Снег-г-г-г. Я слышал, что убили известного торговца. Слышал что-нибудь об этом? О, все, что я слышал, это то, что в гильдии торговцев всегда кого-то убивали. То есть убивают. Кого-то убили. Да, кого-то убили. Просто кого-то убили. Это все, что я знаю. Да, отлично, теперь у меня хотя бы есть гильдия торговцев. По-видимому, один из магов в невидимом университете тоже убит. Ага. Преподаватель тайного оккультизма или что-то в этом духе. Тайного оккультизма! Нобби, какой Нобби? Что? Нобби что-то не так сказал? Че? Откуда ты узнал? Я разговаривал с мадам Фоумс. Миссис Фоумс. She's the head. Да, миссис Фоумс. Она главная горничная в Нью-Холл. One of the halls of residence. В одном из холлов университета, да? Yeah. Ага. В большом, который идет в огромную библиотеку. What did she have to say? И что она? Что? Just that this wizard had died in mysterious circumstances. То, что этот маг умер при таинственных обстоятельствах, хотя, по ее словам, получается, что там у них таинственные обстоятельства считаются нормой. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь умер при нетаинственных обстоятельствах для разнообразия. В университете нелегко работать. Ты мне столько не сможешь заплатить, чтобы я согласился там работать. Нет? Никакие деньги не зависят от там работать? Но, очевидно, только очень большие деньги. За достаточную сумму я бы все сделал. Все? Но, исключая рыбу, брокколи и уксус. Да. Так, Снейпа. Я не упоминал это при Мэнкине, так, наверное, было и так не сладко, что одно из них случилось в его хозяйстве. Однако у меня было исключение посмотреть, как эта маленькая крыса повертится. Но я ничего не понял, он в любом случае не хотел с ним об этом разговаривать, поэтому мне было не очень интересно, что еще ему есть сказать по этому поводу. Так, мне очень нужна гильдия. Торговцев.
Оу! Более-менее даже гильдия торговцев была самой молодой из всех гильдий Ангморпорка. Ее основатели торговцы города... Основали торговцы города, когда поняли, что им отведена не самая почетная роль — быть ограбленными. Во, yes, я справился с этим. Раскошлить толстых торговцев было вполне нормальным, даже почетным делом. Следовательно, это была не самая мирная из гильдий. У меня не было особой надежды на то, что они мне помогут. Здравствуйте. Добрый вечер. Это когда солнце садится. Чё? Is everyone in this city a smart aleck? В этом городе что, все... А кто это? Был одним из завсегдатаев в Золотом барабане. Я не помню такого смарта элика. He made a reputation as a... Он слыл всезнайкой. Слыл? В Золотом барабане не принято использовать слова «нет». А где же нашли его тело? В тенек. И у ворот. И еще в колодце у сестер Дали. Остальное тоже где-то валялось. Да у него много органов было. Как ты докатился до такой работы? Здесь много более привлекательных вакансий. По-моему, это не одна из них. Ну, это вовсе не так уж плохо. Зато я знаю все интересные новости. Все интересные новости. А что-нибудь интересное произошло в последнее время? Например, у нас новый чайник. Намного лучше, чем старый, который протекал. Вы кипятили воду в дырявом чайнике. Well, we made a lot of steam, да, зато anyway. У нас пара было, хоть отбавляй. It wouldn't stay in the cups, но though. В чашке его не разольешь. And that's the most exciting thing that's а это here. Самое... Так, что же самое такое и самое... Most exciting, он сказал. Exciting. Не такое exciting. Exciting — это не такое. Честно говоря, я забыл, что такое exciting. Так вот, если тебе нужно что-то exciting, то можешь посмотреть новый дизайн. Монета бритвенной комнаты. Come on. Ну ладно, нормально. Мне нравится вариант. Кончай, а! Someone was murdered. Кого-то убили. Wasn't that exciting? Разве это не exciting? Oh, sure. О, конечно. Why didn't you mention that? Так а почему же ты об этом не говоришь? Guild policy. Политика гильдии. Нам нельзя обсуждать происшествия с посторонними. What's all this about coin shaving? А что ты говорил насчет бритья монет? You haven't heard of coin shaving? Ты никогда не слышал про бритье монет? Погодите, они имеют в виду как отмывание денег, только бритье монет, да? Это такая no. шутка? Нет. I didn't even know they grew Я не знал, что у них растут волосы вообще. Well, ты берешь монету и аккуратно счищаешь с нее все золото, сплавляешь его и продаешь. Легкие деньги. I think I see a Есть ведь небольшая проблема. Yeah? Well, I didn't think there was any gold in По-моему, в ангморпорских долларах нет золота. Well, there isn't. Ну да. And not anymore. А больше нет. We kind of shaved them Мы их слишком обрили. So what do you use the coin так зачем вам монетобритвенная комната? We keep the kettle there. Мы держим в ней чайник. It sets off Он великолепно decor, подходит superb. К новому дизайну. That's why you И поэтому вы ее переделали? No. А нет. У нас там был there, старый чайник, и down. Все обои отклеились и отвалились. Я не знаю, кто писал этот диалог, но это один из лучших диалогов во всей игре. Воу. I don't understand. Не понимаю. Why is it Почему гильдия не хочет обсуждать убийство?
Ты, наверное, знаешь, что мы основали гильдию, чтобы искоренить глупую геройскую привычку раскошлёвывать толстых торговцев. А, так это герои делали, ужас какой. Мне нравится про героев в первых книгах Пратчетта. Ну, не в первых книгах, но вы поняли. Да, слышал. Да, вот жирный торговец, кричали они на своем «поговорим на после пары фляжек жаргоне». Давайте избавим его от нечестно нажитых деньжат. Затем они просто все забирали. И это благодарность за честную службу. Честная служба по подмешиванию песка в сахар и свинчиванию номерных знаков с повозок. Они что, воры, что ли? Ай! Это неправильный взгляд на службу. А как же наш высококачественный товар? А, да, все эти раз в жизни встречающиеся абсолютно уникальные, никогда с повозки не падающие штуки. Точнее. Также на нас висит экономика всего города. И этим вы навязываете мелкие подарочки. Подачки, подарочки. Наименование ароматным нищим. Что это он только что сказал? Да, каждый год. Ты говорил мне что-то о политике гильдии. А, да. А, в общем, было решено, что политика гильдии будет заботиться об интересах своих членов, прославлять гражданские блага и мочить бандитов. Гражданские блага? Это, наверное, неправильный перевод. Но она все равно не знает, чего они говорят. Тебе что, не нравится Ангморпорг? Не, видимо, да, правильно. О, нет. Absolutely конечно not. Же нет. Я слышал, что вы сделали с Кастростером. Ага. Он быстро утомился. Это не объяснение того, почему мы не можем поговорить об убийстве. Гильдия торговцев должна быть ярким маяком, который показывает всему миру, как прекрасен Ангморпорг. Грабя его безбрежно, безбожно, полностью. Осторожно. Извините. Продолжайте. В любом случае, это плохая реклама, когда кто-то знает о том, что случилось убийство, причем у нас. А что, нельзя использовать это как развлечение для туристов? Чё? Ну, знаете, приходите в Ангморпорг, место известных ритуальных убийств. Где тут твоя совесть? Торговец убит, сраженный при исполнении. И еще полдюжины остальных. Да, но они не торговцы. И как же вы прославляете гражданские блага Ангморпорка? Мы наставляем потерянных людей, которые не принимают истинного великолепия этого города. Отчасти поэтому я не хочу играть в другие Дискворлды. Там, кажется, тоже Ангморпорг, и он не настолько великолепен, как этот. Не настолько ужасен, но великолепен. Наставляйте. Ну да. Мы нанимаем большие компании людей с ушами, с кулак, и кулаками с орех, чтобы показать, что Ангморпорг — единственное место прекрасного существования. Процесс, бесконечная природа которого может быть укорочена, если он не сейчас же заткнуться. Ага. Ага, думаю, они понимают. В смысле, да. Да. О, да. О, да. Так, все, отлично, зашибись. Я не знаю, что тебе сказать, черт. Have you heard about the... Who hasn't? Да, кто не слышал? Весь город о них говорит. Мрачный серийный убийца во дворе. В Ангморпорке, смотрю, никогда не обсуждают политику, зато с удовольствием обсасывают новости о грязных убийствах.
Если это не местная новость, то мне неинтересно. О, да, конечно. 10 000 убитых в амнийских погромах — это пустяк. А если кто-то наступил в Ангкор-парке... Наступил. Супер новость. Ну, я, кстати, помню амнийские погромы, да. Да, читал. Кто-то наступил на гвоздь. Неважно. Do you know anything about вам известно что-нибудь о убийстве оккультизма? Я не могу помочь. Ну, ладно, сейчас я буду все подряд нажимать. Полиции гильдии. В общих чертах не буду. Иначе меня с крыши скинут. Никто не узнает. Поверь мне. Это что, так важно для тебя? Гильдия торговцев очень серьезно относится к своим принципам. Так казалось, по крайней мере. Мне нужно было это изменить. Ага, сейчас про убийцу, видимо. Интересно, может, он убил того торговца? Да, возможно. Но я не буду говорить с тобой о происшествии. Черт! Ладно, потом. Джаспина Хорста даже не знает, сволочь. Короче, ужасное дело. Кажется, я с ней не разговаривал с вот этой вот Фоумс. Я с ней, кажется, не разговаривал об убийстве мага. Здесь опасно работать? Я слышал, что один из магов был убит. Не беспокойтесь, мистер Лютон. Дело у ничего вас не касается. А вы не думаете, что я в безопасности? О, конечно, нет. Странные смерти тут случаются. Это, конечно, очень шокирует, но мы не должны напрягаться. Dead men's pointy boots and all that. Башмаки мертвецам и все такое. Башмаки pointy boots. Короче, да, вот тут... Строка мертвеца... I guess very. Я слышал, что не в невидимом, в незримом, в университете говорят о башмаках мертвеца. Yes. Да. I've heard of. Я тоже слышал. Really? Правда? Yes. Да. Но они не задают вопросов о том, как же опустела обувь мага. Что случилось с обувью? Что? Все та же политика, да? What? Чё? Hey. Эй! What are you implying? Ну что ты намекаешь? Well, ну, знаешь. You know. Here you are, вы тут... stuck on the door. То есть... Кто-то здесь уживается у двери, то ли он, то ли я. Then a merchant gets а потом killed, убивают одного из торговцев, появляется вакансия. I did not kill я не убивал Гжамина. Гжамина. But there aren't any Но свидетелей-то нет. Их вообще не было. Он был один в здании гильдии, когда... Oops. Эй. Thanks for Спасибо the за информацию. Издвой. Не говори никому, а то меня линчуют, сволочи. Не скажу, если ты поведаешь мне все, что знаешь. No. Нет. Я так сказал слишком много. Well, it was good что ж, while it lasted. Хорошо понемножку. Now all I had Теперь to find все, что мне нужно было, это узнать, как убили Гжамина. Но здесь мне вряд ли сказали бы об этом. Так. Я не знаю насчет того, что я узнал про Гжамина. Я подозреваю, что все-таки смерть теперь расскажет, как убили Гжамина. Дайте поговорить с графом. При смерти. Still here, все еще здесь. В каком-то смысле. Так он, да, он же говорит, все еще здесь, он же поэтому и обращается к смерти. В этом смысл. Понятно. Говорит ли вам что-нибудь словосочетание «остроконосные башмаки мертвеца»? Они используют это в невидимом университете, разве нет? So I understand. Ну да. It is accurate. Это правильно. The wizards do have У волшебников boots. Должны быть остроносые башмаки. It's traditional. Это традиция.
Я думаю, это имеет какое-то другое значение. Это бы объяснило, почему я слышал об этом в гильдиях. Ага. Их башмаки редко остроносые. Так, и нужно убийство... Блин, нет, другие убийства. Что-то я как-то даже втянулся уже в геймплей, уже прям интересно даже говорить с разным, с разными людьми. Так, это не то. Другие убийства. Маг. Wizards can see you, right? Волшебники умеют, могут видеть тебя, да, это так. Они знают, когда умрут, это правда. Предатель оккультизма должен быть знал, что его умрут. Знать, когда ты, как... Ладно, видимо, как-то иначе. Пока! Увидимся, да, увидимся. Черт, я уже кучу серий закончил в этом месте. Я хочу закончить серию в другом месте. Я вообще хочу ее, правда, закончить. Давайте офис Лютона, это же логично. Да. Да, хорошее место. Хорошее место, чтобы закончить и начать, и закончить. И начать. И все такое. Вот, сейчас как сохранюсь в... четверку. Мы с вами увидимся в следующий раз, когда я найду еще какого-нибудь человека с хорошим диалогом, потому что мне это нравится. Хорошо, иногда немножечко отдохнуть от этой игры. Смотришь на эту графику и тащишься. Это я вас программирую, чтобы не бросали смотреть. Bye.